Совместный проект Российского спортивного союза молодежи и Союза журналистов Подмосковья «Спорт в каждую редакцию» стартовал еще в феврале этого года. За это время организаторы успели побывать в 7 редакциях в Московской области, где вместе с журналистами делали зарядку, встречались с известными спортсменами, устраивали турниры и осваивали новые виды спорта. Решили реализовать в 8 редакциях. Вы оказались в 8-й, заключительной, где мы представили шахматы. Это по-своему мы возрождаем старые добрые принципы производственной гимнастики. Мероприятие началось с небольшой разминки. Журналисты хоть люди и творческие, но много времени проводят за компьютером. Поэтому первым делом нам предложили размять кистевые и локтевые суставы, а затем мышцы и суставы плечевого пояса. Потом перешли к самому интересному шахматному турниру. Нашим сотрудникам предстояло сразиться с мастером спорта по шахматам Александром Болховитиным. Иду дальше, значит, пока пробежался, вы делаете ход все в моем присутствии. Быстрые шахматы? Свет выключаем, нет? Конечно. Сразиться с настоящим гроссмейстером – это вам не сеанс одновременной игры с великим комбинатором. Страсти кипели нешуточные. Участники выбывали из игры один за другим. С гроссмейстером я никогда не играла. И больше не поймешь. Честно говоря, было сначала страшно, но сейчас я смотрю, в общем-то, мне кажется, он меня немножко жалеет. Извините, вам мат. Вот, браво! Ну вот видите, мат рядом. Сейчас я уже начинаю бояться снова. Болельщики внимательно следили за игрой и делали ставки на победителя. За кого болеете? Ну, за достойных. Мой герой Александр Викторович. Человек жизнь кладет на шахматы, учит наших детей, внуков. Каждые выходные он играет с утра до ночи. Конечно, за Татьяну Брылову болею. Она прям настроена на победу, не иначе. Женская солидарность. Но не только женская солидарность, она вот одна смелая женщина из нашего коллектива, которая против мужчин решила бороться за победу. Я думаю, у нее все получится. Очень приятно смотреть, что редакция так хорошо с ответственностью большой подошла к данному мероприятию. Я не ожидал, честно говоря, такого уровня. Особенно уровня игроков. Молодцы ребята, держатся, играют достойно. Как оказалось, Татьяна Брылова напрасно волновалась. В итоге именно ей удалось дольше всего продержаться и сыграть с гроссмейстером ничью. Еще раз предлагаю ничью. Давайте. Мастер спорта по шахматам Александр Болховитин высоко оценил уровень игры наших журналистов. Видно, что человек занимался шахматами. Да, поэтому и была интересная игра. И человек вспомнил. Сегодня сеанс был, цель его, конечно, не обыгрывать так всех, а чтобы люди вспомнили, как играют в шахматы, и что-то, конечно, запомнили. Планируется и дальше проводить подобные мероприятия в редакциях Московской области. Организаторы рассказали, что в будущем они сделают такие выезды еще более зрелищными и добавят немного экстрима. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.